Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ЛТВ, Гусанёк, Дэн, Плеймарк, Фокс, Госдума, Крошка-крошка. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Смотрите, какой классный мод мне скинул Дэн. Называется Гном Визард Гай. Будем сегодня от него выживать, убегать и поднимать вам настроение. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и угорать. А, он воды боится. А, не, он просто спрыгивать не может. Нет, он не боится воды. Он не боится, Максим, да. Плыви, он сзади тебя, плыви. Бегу. А где он? Вот он. Он под водой. Сзади, сзади. Кстати, вот немножко проглядывается через воду. А я буду спрыгивать, раз они спрыгивать не могут, я спрыгну в воду. Прощай. Ах ты, вот так, да, ты со мной заговорил? Видите ли, что он сделал? Это ты меня физганом, да, схватил? Да, нет. А все писали, что Максим хороший человек. Нет, ребята, вы ошибались, где мой физган? Я сейчас тоже буду так делать Максиму. Вы же не забывайте, что в конце ролика мы почитаем, у кого больше всех смертей, тот будет проигравшим человеком. Нет, давайте без шуток, давайте без физгана и без ничего, чисто выживать, вот реально на скилл. Дима, также... ставь 50 штук. Я согласен, я хотел только это сделать. Также Максим через секунду. Не лагает? Нет. Да, толпа гномиков вытянулась. Смотрите, пацаны окружают. Да блин. О, давай посидим здесь на картофанах. Что ты, человек-паук? Да ничего. Спасать мир будешь? Да. Ну от этих гномиков я не смогу спасти, они бессмертные. Ну да. Пацаны, вы готовы бежать? Да. Сейчас они только залезут, а я спрыгну сюда вниз. О, не ближе. Ой. Это было прикольно, как ты умер. О, я подземелье побегу. Вот это громко играет музыка. Так, отлично. Сейчас там умрешь. Он здесь, а я под землей бегаю. О, я обманул их. Че, пацаны, нормально все? Да-да. Я слежу, как Максим тужится. Ты что, там в туалете уже? Они за мной бегают. Надо записывать тебе ролик на туалете, тогда будет легче. Максим, не тужься. Вот эта толпа там бежит, а я тут посижу опять на картофанах. Это фанаты Тимы. А вот я. Смотрите. Это фанаты. Опачки. Они спрыгивать могут. Хорошо, я опять иду наверх. Я вижу тебя. Я возле спауна, здесь их не так уж много. Максим, ты какой возьми здесь приготовил? Они все за Димой. Нет. Вот это они кричат, мне нравится, что они очень громкие. Блин. Не, давай без физгана, давай без шуток. Ай, блин, ладно, мне не надо было никакие шутки. Я просто крякнул. Ух, как громко. Так, я все, побежал. О, кто там шкерится? Подожди, кого ты только что здесь видел? Это я, походу. А, я видел, да. Ты под ступеньками, да, там сидел где-то? А ты где? Я принесу тебе игрушку. Не-не-не, я буду тут. Замуровали. Вот я, фонариком, видишь? Ага, о. Держи. Давай. На. Ой. Ну ладно. Так, вон они приближаются к нам. Не-не-не, к нам идут. А нет, вроде бы к нам. Сейчас увидишь. Пока не все четко. Все, можно отдохнуть, выдохнуть. Хотя я их поставил около 40 штук. Еще ставить? Давай. Ставь 100 штук. Да. Ставь 150. Не, 100 штук. 101. Все, 101. Гномик. Молодец, Гусанёк, ты их отвлекаешь на себя. Отлично, я живой. А я знал, что я выживу. Вот толпа бежит. Это они громкие. А чё они падают? Я нашел место, где они падают вниз. Все, я буду здесь выживать все серии подряд. А тут они дудят. Это жесть просто. Ладно, я пошел. Ладно, я не пошел, я вспомнил, мне кое-что надо здесь делать. Давайте все-таки попробую выскочить. Блин, они везде просто. Угу. А чё никто не умирает? Я не понял. Вы чё, пацаны? Давай больше. А не, 101, хватит. У меня FPS немножко мало стало. Блин, они такие громкие дуделки. Все, кто умрет, сейчас лох. А что с этого я момента? Я обходить. ЛТВ, ну ты же хороший человеком был. Ну что ты исполняешь? Они меня зажали. Они зажали тебя? Меж булок? Конечно. Хорошо, понял. Ой, ребята, я кое-что придумал. Давайте сделаем немножко интереснее серию. Мы сделаем.
Я понял, что ты хочешь сделать, да. Я это хотел предложить. Опа. Так, давайте сделаем 200. О, отлично, можно немножечко теперь лучше бы не хопить. Блин. Так. Вот это прыжочек, а теперь мне нравится. Отлично. Пойдет. Я видел, что ЛТВ прятался. От них не запрячься, они могут даже высоко прыгать. Они могут прыгнуть даже на крышу дома. Твоего? Че сразу моего, твоего? На крыше дома, Димас АТВ. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте в наш Дискорд. Ссылочки все где находятся? В описании. Я знал, что вы знаете. Тихо. Блин, это красиво было. Это было эпично. Кстати, я знаю, как высоко прыгнуть, где моя базука? Я только что хотел тебе показать прикольный момент. О, длина, пусть будет. А как возродиться? Они там просто бегают толпой. Да. Давайте рискнем. Ух ты, ладно, риск неоправданный был. А, это все умирают. А, пацаны, не возрождайтесь, пусть они убегут. Дима, почему у тебя меньше всех смертей? Потому что я хочу в этой серии выиграть. У меня больше. Есть, отлично, я вырвался, а мне это нравится. Пацаны, вы что, гоните? Сами себя взрываете. Да не стреляй по мне, ЛТВ, ты по мне попал своей базукой сзади. Вот это жесть, они орут. Все, я выиграю сейчас. Все, я тут стою, они будут падать вниз. Блин, я бы хотел тебе, Дима, прикольный мувик показать. Хорошо, покажешь, но не сейчас. Блин, сверху прыгаю. Блин, я упал. Где ты, Дима? Я выиграю всех вас. Я не знаю, где ты. Дима, иди к тому зданию, которое ты приближаешь. Сейчас. Нет, к тому. Вот, да, куда ты сейчас идешь? Иду. Опа. Дима, смотри на этот, на мостик. И что, ты взорвал базуку? Ну, я эпично полетел к тебе. Ага, да? Что, помогает сильно летать? Да. А я не могу под ноги стрелять, мне ЛТВ жизни потратил, я не могу теперь взлететь, потому что я умру. Каждая смерть это минус очко. Плюс очко. Любая смерть. Так, ну ты не убивай. Да не надо, мне. Да зачем ты это делаешь? Вот, Дима, смотри. Не получается. Дима! Смотри, Дима. Ну а зачем ты это делаешь? Видишь, я тебя не убил же, а ты меня убиваешь. Дима. Ну вот так. Я тебя отомстил за тот раз, который ты меня убил. А так я больше этого делать никогда не буду в жизни. Вот это они по всей карте разбрелись, это очень круто. О, я знаю, что надо сделать. Я догадался, пацаны. А, блин, они сзади, помогите! Вот тут их толпа бежит, чё за мной? Дима, беги! А, они бегают за самыми сильными игроками, я понял. Ой. Ах ты, блин, ляща получил! Как вы смотрите на вот такой гравитации? Ну это уже прям хорошо. О! Слушай, мне нравится. Мне нравится, такие сальтухи красивые лупашу. Ах ты, блин! Вот это лупанул. Ого, вот это красиво. А ну долечу до крыши. Гусанила Элла, как ты, что? Я уже там. А как ты, через базуку запрыгнул? Да. Хорошо. Мало хп. Так. Есть я на балконе. А вот теперь я буду тащить, смотрите, как красиво. Стою я на балконе, отдыхаю, никого не трогаю. Они даже убить-то не могут. Слабаки! Ой. Ладно. Забирай свои слова назад. Прыжок. Вот это я высоко прыгнул. Просто красотища. Бум. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, окружают со всех сторон. Окружают демоны. Окей, а что никто не умирает? Ну, больше ставить не буду, потому что если я поставлю около 200 штук, будет лагать не только у меня, а у всех остальных. Поэтому да, будем выживать так. Хорошо. Блин, они прям со всех сторон нападают. Я попробую очень далеко долететь. Опачки. Нет, я туда не хочу. Нет, я туда хочу. Блин, я не знаю, куда лететь, они везде. Пацаны, вы на крыше все? Они на крышу не допрыгивают? Максим, это ты был? Нет. Это был я. Не надо, пожалуйста, я тебя прошу по-человечески. Мне не нравится, меня убивает много. Ну, Максим, не все же серии ты должен выигрывать. Мне не нравится, почему у плеймарка только одна смерть. Потому что он сидит где-то на месте. А чё они его не убивают тогда? Ну, а какой у него скин? Огурец.
Огурцо я видел. Да блин. Максим, ну не умирай, пожалуйста. Давайте посмотрим, у кого сколько смертей. 24 у Максима. У меня 8. По крайней мере, я как бы наравне держусь. Нормально все? Все четко? Тащим? Естественно. Да, естественно. Да, вот тихо. Ай, блин, как Марио головой пробили кирпидоны. Сейчас вы увидите прикол, они будут ко мне все идти и при этом падать в эту штуку. Вот смотри, они как-то тут коллизию что ли не знают. Я не знаю, как это устроить. Ой, лагает. Ну, Соник, мы с тобой тут затащим. Смотри, что сейчас будет происходить. Главное, вот тут, где я нахожусь. Ой-ой-ой-ой. Дима, они в подвал не проходят. А чё? Я вижу, Максим сливается только так. Просто красавчик. А чё они к нам не идут? Смотри, Гусоник, заметил, мы нашли классное место. Да. Я сейчас тоже найду такого вещь, потому что меня никто не найдет. Да, они все мимо проходят. Ой-ой-ой, Гаррисмод, ну что ты лагаешь? Я люблю Гаррисмод, это очень крутая игра, она очень оптимизированная. Как? Че лагают? А, все, разлагают. Смотри, они падают, видишь, гусанек? Как? Ты заметил этот прикол? Они не могут к нам пройти. Максим, ну ты что ты проигрываешь? Иди к нам. Боюсь, я не знаю, где вы, я не могу до вас добежать. Хорошо, ты должен проиграть в этой серии. Где вы? Я понял, где Дима. Ты на большом здании, которое на подъеме. Нет, я, кстати, вообще не на здании. Нашел Диму. Где я? Я уже почти подошел. Давай, давай, мы тебя ждем. Где? Смотри, сейчас будет, когда к нам идти, они тут падают. Видишь, вырез такой? Они все свалят. Смотри, смотри, что сейчас будет происходить. Сейчас они начнут заходить. Боже, они вверху над нами? Я так и не понял. Они не понимают, я что ли? Я нашел топовую мечку. Мы нашли ее. Дима... Дим, видишь большое здание, которое вот на подъеме? Да. Знаешь, там есть этажи? Да. Я успел туда залезть, а не подъемницу. О, у нас уже тут больше движа. А где Максим? Дим, посмотри на них. Все бегают. Да я вижу, что ты у меня на голове стоишь. Максим, ну не умирай, Максим, живи! Я не понимаю. О! Я вижу тебя. Как они убили нас? Достал все-таки. Он такое ощущение, что через потолок это сделал или как? Да, они через потолок убивают тоже, и через пол. Они сами к нам зашли. Мне не нравится. А что тебе не нравится? Прикольно же. Дима, беги! А! Вот это я фиганул! Красиво! Земля в иллюминаторе видна. Как вот это могло произойти? Вот объясните мне, меня из-под пола убили. Подсчитываем голоса. Последнее место... Занимает у нас Максим. Первое место занимает у нас Play Market. А второе место занимает у нас... Не знаю кто. Эй, эй, Госдума? Да. Ладно. Видите, как Максим злится? Вы думали, что он добрый человек? Нет. Он не любит проигрывать. А проигрывать надо достойно, как мужчина. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Гусуляк, ты псих! Всем пока. Пока. А, зависло, дым с компьютера идут. Разработчики Гаррисмода пишут, хватит.